Брестский радиотехнический завод – предприятие, известное брещанам еще с советских времен. Изначально он задумывался как площадка для производства спецтехники, однако в ходе строительства дважды перепрофилировался и сегодня является полноценным многофункциональным комплексом, где работа идет не только по техническим направлениям. Как известно, спрос определяет предложение, и специально к холодам на радиотехническом заводе была обновлена товарная линейка. Теперь в ассортиментном перечне есть и устройства по обогреву автомобильных сидений, и специальное постельное белье, пояса и грелки. Мы начинаем Краим теплоэлементы, иглопробивное, прошиваем провода нагревательные, все, дальше монтажницы делают переключатель, швеи шьют грелку. Соединяем, проверяем и на АТК. Своего потребителя теплая продукция радиотехнического завода уже нашла в России и Украине. И это подтверждает ряд преимуществ. Во-первых, доступная цена, которая обычно в 1,5-2 раза ниже европейских аналогов. Во-вторых, приборы энергоэкономны. В-третьих, имеется гарантия производителя. Мне больше всего нравится наше одеяло, которое очень уютное. Вот, они большие, удобные, согревают. Очень удобно на даче где-то пользоваться. Сапоги, которые тоже пользуются и удобно греть, особенно для пожилого человека, когда холодно, приходишь, уютненько, ножки поставил, согрел, хорошо. А сами покупаете вообще продукцию свою производителя? Есть, конечно, есть. Вот грелка у меня небольшая тоже. Ну, мне достаточно, я пока не мерзну. И это только часть ассортимента, которым рады удивить покупателя специалисты радиотехнического завода. За долгие годы существования, а в конце 2016-го завод отметил 30-летие, через руки сборщиков, конструкторов, раскройщиц прошли десятки совершенно разных изобретений. От грелок и мангалов до поясов саун, от оповещателей и маячков до компьютеров, которыми теперь оснащены десятки специализированных аудиторий и кабинетов, в том числе и новая школа номер 1. Сборка отечественная, материалы белорусские. На данный момент предприятие, могу смело сказать, держит свои позиции, уверенно держит, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Но секреты успеха просты. Качество, надежность, своевременность поставок. Плюс 2 года гарантии для наших потребителей. Но главный наш козырь – это, конечно же, цена. Сегодня своего покупателя продукция радиотехнического завода находит не только на прилавках привычных нам магазинов, но и через интернет. Функционирует специальный сайт, на котором можно познакомиться с основными видами товаров. Ассортиментная линейка предприятия проходит серьезную модернизацию. И, возможно, скоро в ней появятся новые, не менее интересные изобретения. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербан, Тунлуговкин, телекомпания «Буг ТВ».